Всем салют, мои дорогие друзья! Вы на канале Джулиан Дюлиан, и сегодня я расскажу вам, как ухаживать за улитками-хеликсами. Вот они у меня живут. Улитки-хеликс их обычно используют для как деликатес, но мне они нравятся больше как питомцы. Их можно взять на любой ферме улиток. У них такой коричневый цвет панциря. Им достаточно просто насыпать кока-грунта можно и уличной земли. Кормить их нужно лопухом, морковью, виноградными листьями и любыми овощами. Их можно сварить как домашних питомцев и использовать их как пищу. Но я не жалко их есть. Я люблю их как домашних питомцев. Ладно, вы были на канале Джулиан Юлиан. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. Скажи пока. Пока-пока.